среду в Ивановской филармонии чествовали самых усердных и одаренных учеников, победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады. Всего в школьном и муниципальном этапах ее в этом году приняли участие более 40 тысяч человек. Победителями регионального этапа стали 36 учащихся из 14 муниципальных образований. Призерами – 182 школьника из 24 муниципальных образований. Из них многие даже по нескольким предметам. Мне бы хотелось отметить, что Ивановская область отличается олимпиадным движением. Не случайно 43, в прошлые годы по 30 ребят из школ, а в этом году 43 учащиеся стали обладателями вот гранта или приза президента Российской Федерации в рамках проекта модернизации. То есть с каждым годом число победителей увеличивается.